Каждому человеку хотя бы раз в своей жизни приходится становиться перед выбором, как поступить в той или иной ситуации. Но иногда времени на выбор нет, нужно просто действовать, ни о чем не задумываясь. Именно так и поступил герой нашего следующего сюжета. Наш земляк Владимир Коленко спас утопающего ребенка, пока другие равнодушно следили за происходящим. Наши корреспонденты встретились с мужчиной и узнали подробности случившегося. Это был обычный летний день, вспоминает Владимир Коленко. Он с сыновьями отдыхал на берегу реки Протоки в хуторе Бараниковском. Погода стояла жаркая, поэтому местные детвора, мальчишки и девчонки купались в реке. Внезапно Владимир услышал крик о помощи. Я посмотрел на реку, видел плывущего посреди реки мальчика, который то уходил под воду, то появлялся опять из воды. Медлить было нельзя, рассказывает Владимир. В этой ситуации он принял единственно верное решение. Надо плыть и спасти ребенка. Ну, я не думал, что этот мальчик уже еще живой, потому что он уходил под воду. Я боялся, что он сейчас уйдет и больше я его не найду. Но, тем не менее, его вытащил. Он не хватался ни за волосы, там ничего не пытался там как-то там брыкаться. Он просто лежал, я его загрузил себе на спину, удерживая рукой, по одной рукой поплыл, начал плыть к берегу ближайшему. И выплыл все-таки с этим мальчиком. И как оказалось, к счастью, он оказался живой. Ничего особенного в тот день не произошло, уверен Владимир. Героем он себя не считает. Хотя до сих пор для него остается загадкой. Почему? Несмотря на то, что в тот день у воды было много отдыхающих, никто не решился помочь тонущему ребенку. Владимиру не пришлось даже оказывать первую помощь. Юноша очнулся сам. И самое главное, что он все-таки остался жив, говорит спаситель. Потом он с безумными глазами вскочил, схватил велосипед, который на берегу там лежал, недалеко в кустах, схватил велосипед этот и даже не ехал, а вот так вот побежал вместе с этим велосипедом на тамбу и куда-то скрылся за тамбой. Вот и все. Между прочим, я счастлив, что тот мальчик все-таки остался живой. У этой истории мог быть совсем другой конец. Благо, наш земляк Владимир Коленко оказался рядом и, не задумываясь ни на мгновение, спас жизнь юному мальчишке. Надежда Калинина, Георгий Калинин. Программа «События».